Гостей выставки «Нити тепла» встречает необычный арт-объект – дерево с птицами и цветами в разных техниках вязания. Все участницы экспозиции признаются – самостоятельно изготовленная вещь хранит любовь мастерицы, что она вложила в создание своего маленького шедевра. Мы надеемся, что этот проект очень понравится нашим жителям Видного, и, может быть, мы впоследствии расширимся и пригласим еще больше мастеров, потому что я знаю, что у нас очень многие вяжут. В основном все работы выполнены в традиционной технике вязания – крючком и спицами. Это ажурные скатерти, покрывала, салфетки, одежда, аксессуары и головные уборы. Каждый экспонат поражает посетителей разнообразием узоров и цветовых сочетаний. Очень много всяких техник, то есть тут еще присутствует и вышивка нитью шерстяной, то есть много чего, и козий пух тут присутствует. И главный объект, который у нас теперь, это наша кукла, мы ее везде уже представляем, эту куклу. Она у нас была кукла советской эпохи, она наряжена все-таки в форме, сегодня мы одели на нее пальто, потому что осень на улице. Марина Крылова – мастер в технике сухого валяния. Рассказывает, что все тонкости этого вида искусства осваивала самостоятельно. На экспозиции представила броши, сувениры и игрушки. Я могу создавать любых зверей. Иногда разные очень заказы интересные встречаются. Присылают мне, например, рисунки. Даже был случай, когда прислали детский рисунок дракона, и я по рисунку создавала объемную игрушку, то есть подарок на день рождения. Еще одна мастерица Мариша Рябова утверждает, что вязальный крючок – предельно простой инструмент, и в умелых руках с его помощью можно создавать максимально сложные узоры. На своих мастер-классах в социальных сетях Мариша обучает всех желающих необычной технике под названием фриформ. Делюсь с мастерицами вязания, как можно вплетать разные техники вязания в какое-то одно изделие. В день открытия посетители с интересом разглядывали вязаные экспонаты. Самые любопытные спрашивали о том, сколько времени заняла работа над изделием, как называется техника и сколько необходимо пряжи. Рукодельницы с удовольствием отвечали на все вопросы и давали разъяснения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.